Всех приветствую, продолжаем знакомиться с актрисами, их биографией и фотографиями. Барбара Бедфорд, американская актриса немого кино, снялась в десятках типов фильмов, после появления в кинематографе звука продолжала сниматься в небольших ролях до 1945 года. Я цитирую Википедию. Родилась 19 июля 1903 года в городе округа Кроусфорд. Училась в Чикаго, где окончила школу Lakeview High School. После школы она отправилась на поиски счастья в Голливуд. Написала много писем актеру Уильяму Харту, который помог ей получить небольшую роль в фильме «Колыбель мужества» в 1920 году. Во время работы в фильме «Белый круг» ее заметил другой актер Джон Гилберт и рекомендовал молодую девушку режиссеру и сценаристу Морису Турнеру. Турнер предложил ей роль в фильме «Последний из могикан», где она играла с Аланом Роско, с которым впоследствии дважды была замужем. В 1925 году она появилась вместе с Уильямом Хартом в последнем их совместном фильме «Перекати поле». В 1926 снялась в двух фильмах «Старая любовь» и «Новая насмешка» вместе с Леоном Чейни. Карьера актрисы начала угасать с появлением в кино звука, но она подписала в 1936 году контракт с MGM и снималась до 1945 года, когда сыграла в двух заключительных своих фильмах «Девушки из большого дома» и «Часы». Умерла 25 октября 1981 года в городе Джексонвилл, штат Флорида. Ну, вот такая небольшая информация о американской актрисе немого кино, которая снялась в десятках немых фильмов, после появления в кинематографе звука продолжала сниматься в небольших ролях до 1945 года, Барбара Бедфорд, урожденная Виолет Мэй Роуз. Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии.